Ассаламу алейкум, біз Хасак тобымыз. Есімдеріміз Адлет болады, Камила, Абай және мен Адлет. Біз цирк өнерін алып келдік сіздерге. Бізде рекордтық трюктеріміз бар да. Ол әлемде біз ғана жасаймыз деп айтсақ болады да. Әлі ешкім қайталаған жоқ ол трюктерді. Күрделі жарақат міне мына жігіт алды. Где-то бір жылдай жаттым. Екінші рет осы алдыңғы жылы 2018-де жаттым. Жанында бауырларым болғаннан кейін білмеймін сондай тез арада тұрып кеттім деп ойлаймын өзім. Қолдау көрсеткенде. Спортта мінез керек дейді ғой, мінез арқылы. Егер бас жүлдені ұтып алсаңыз қалай бөлесіз деп? Төртке бөлеміз. Төртке? Онда мен бесінші жүгіріп алайын деп. Или алтау? Алтау, алтау. Алтау? Бесінші. Бесеу максимально. Ол үшін рекордный трюк істеу керек сияқты мен ойлаймын. Онда кеттік дайындалайық. Давайте. Давайте. Сәттілік сендерге. Ассалаумағалейкум батырлар. Уағалейкум ассалам. Біз Хасак тобымыз. Хасак тобы. Акробат біз, гимнаст біз, цирк өнерін дәріптер жүрміз. Бәрекелді. Қай жерден келдіңдер? Біз Алматы қаласынан біз. Давайте посмотрим. Удачи. Вот те самые 130 килограммов.
Да. Просто молодцы. Браво, брависсимо, вы молодцы. Спасибо большое. Я просто была в шоке. А кто капитан команды? Я. Вы? Вы просто суперголова. Спасибо большое. Вы молодцы. Жигиттер, аман болыңдар. Я. Енді сіздерді талай бір шындардан көреміз деп ойлаймыз. Бүгінше енді мынау... Жаңағы бағаны берейік. Дорогие мои, я говорю вам да. Спасибо. Ну, эти крутые ребята заслужили, да. Спасибо. Я очень надеюсь, что вы в следующий раз еще больше нас удивите, и я говорю да. Мы постараемся. Спасибо большое. Ну, ребята, я могу вам сказать, что у вас 4 да, и вы проходите в следующий тур. Рахмет. Аман болыңдар. Встречаем Хасаки! Soaking through the floor. The bones in the bones, there's a look that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. You don't feel a dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding on, let you know. So tell me, do you want to go? Where it's covered in all the colored lights. Where the runaways are under the night. Impossible comes true, it's taking over you. Where it's covered in all the colored lights. Where the runaways are under the night. Impossible comes true. Intoxicating. Мне очень понравилось. Вам как?
тоже. Нам тоже понравилось. На все 100%. А что же насчет этого думают наши жюри? Я слежу за путем творческим этой команды очень давно. Я горд вами, ребята. У вас сегодня получилось то, что вы задумали идеально с технической точки зрения. Спасибо, ребят. Увидимся с вами позже. У нас появился новый участник в команде. Это мой сын. Постараемся исполнить рекордный трюк. Называется «Фирка». Мы отточили все. 24/7 репетировали, не выходили с репетиционного манежа. Мы готовы на все 100. У нас в команде 5 человек, и у каждого своя цель. Это, например, у Тамерлана купить побольше игрушек. У нас с Камилкой построить дом. Победа не только деньги. Нас узнает весь Казахстан, вся Центральная Азия. Это круто. Естественно, каждый трюк опасен, так как у нас есть 2 трюка без страховки. Это сложные трюки. Мы стараемся делать просто то, что никто не делает. Что бы ни случилось, мы продолжаем идти дальше. Мы фанаты своего дела, мы любим свое дело, мы хотим остаться в истории. Thank you.
Хасак, Казахстан, бурные аплодисменты. Это просто грандиозное начало нашего гранд-финала. Спасибо вам большое, ребята. Вообще, вы говорили, и мы все знаем, что лидер вашей команды – это атлет. Но теперь я, кажется, понял, кто действительно руководит вашим коллективом. Тамерлан, он с нами работает с 2 лет, но начал в первый раз, вышел пробочно 6 месяцев. Поэтому мы надеялись, что мы пройдем на гранд-финал и оставим его торт на торту вишенкой. Аплодисменты, Хасак и Тамерлан. Нурлан, скажите, как вам выступление команды в новом обновленном составе? На самом деле, начинать всегда открывать такое шоу всегда сложно, вот, не просто, ответственно. Сондықтан мен сіздерден мақтан емес, сіздермен мақтанғым келеді. Жолдарыңыз болсын. Темирланчик, молодец, красавчик. Спасибо большое, Нурлан. Гульнур, ваше мнение? Удивительный номер. И маленький Темирланчик украсил ваш номер. Молодцы, ребята. Спасибо. Ситора. Боже мой, я влюблена в вашу вишенку. Я влюблена. Спасибо, Алладин. Темирлан. 6 месяцев на сцене. Это очень похвально, очень удивительно для меня. И браво, браво. Пожелания от Хасак болельщикам. Я прошу всех, всю Центральную Азию, проголосовать нас и поддержать во всем. Спасибо. Если вы считаете, что именно Хасак достойный победы, отправляйте 01 на номер 5021. А с помощью платежной карты Visa вы можете отдать одновременно несколько голосов. Ребята, мы желаем вам удачи! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.